сьогодні. Я так понимаю, важный гость не приехал. Не приехал. Да валить надо, бабы. Было бы куда? В Рашку надо. Там стабильность, работы вала. А что с долгом? Я дам буквально чуть за неделю. Прости меня, ради бога, что я не звонил. Мой дом обстреляли. Отец в тяжелом состоянии. Ваша свекровь и дочь. Знаете, что Полищук беглая девочка? Молчание золото. Не зарекайся. Еще раз ты попытаешься сбежать, я тебя урою. Ты поняла меня? Сегодня Рівно о 18:00 на канале «Украина».